Сотрудники полиции раскрыли кражу, которая была совершена еще в июле на одном из предприятий Котласа. Как установило следствие, подозреваемый 33-летний мужчина проник в раздевалку, вскрыл один из шкафчиков и похитил 400 рублей. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В минувшую пятницу в полицию поступило сразу два заявления от жительниц Сольвычегодска. Первая рассказала, что кто-то взломал дверь в ее квартиру и похитил оттуда телевизор и ресивер. По горящим следам воришка, нигде не работающий местный житель, был задержан. Он уже во всем признался. Возбуждено уголовное дело. Вторая жительница Сольвычегодска лишилась 180 тысяч рублей. Женщина решила заказать газопенные блоки в интернете. Нашла магазин с привлекательной ценой. Однако после оплаты ей перестали отвечать на звонки, а товар так и не пришел. Сейчас по данному факту проводится проверка. ОМВД России Котласки напоминает, если вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно звоните в дежурную часть полиции по телефону 02 или 22 8 22.